Мир дому всему. Мир дому всему. Не имеешь. Это вот много. Да, сейчас хотя аппаратом. Ну я вроде не такой старый вроде. Ну проходите. Я думался. О, правда, по-простецки. Да я носки не одел просто. Босика. У тебя еще опухоль сохранилась. Че там? А? Че что-то сохранилось? Че? Опухоль. Положу его вот так вот, ничего. О, новый. Я хочу располагать весь везде, вот, три шкафа. Да понятно, где одет, где хочу. Я вижу, что тогда не был, да, рано. Первый раз. Ну, да, можно. По-хозяйски все. А я, кстати, тоже. Что-то не было, что я не знаю. Хотя бы далеко. Все. Все как у меня в простоте. Это все как у меня было, на Урале в простоте, говорю. Да раньше тут был компьютер, я смотрю. Нет, ну, теперь там. Че, Валерий не сопротивляешься? Я туда приезжал за него, ни разу тебя не было. Хорон, да. Хорошо, тянешь. Садитесь. Так, окно. Или окно свет зажечь? Ну, свет лучше зажечь. Давай. Какими-то микроскопическими делами занимаешься? Ты можешь посмотреть? Пожалуйста. Какая штука хорошая. Я тоже думал. Нет, такой нет. Садитесь, только кто куда? Это что, вы лечилка? Да. Нет, это дело в том, что для нее-то нет лечила у него. Это где-то что-нибудь. Для заточки мелких сверху. Да. Что-нибудь точить-то. Ну, брат, многих не было на богослужении, и тебя тоже. Беспокойство, что случилось. Беспокоиться, наступил на старые грабли, вот вышел из запоя. Сколько богослужений-то пропустил? Сестры говорят, что много уже не было. Да нет. Но как, у меня как получалось богослужение? Я один это, выходной в саду работал. Два сада и пахать надо, и тут, и там, и тут, и это самое. А одно посещал, так там, никак мне там, ни три подряд, никак там мне там не получалось. А тут, короче... Главное, вышел? Неприятно, мне еще один день это, надо лечиться сейчас. Капельницу вставили все. У меня. Я врача вызывал на дом сюда. Угу. Как результат? А? Или промывали результат или что? Промывали тебя? Кровь? Ну, как абстинент на этот самый. Ну, он возьми, я стал почитать. Диаграмму брали, все это самое. Сердце тоже вздыхать начало. В общем, вот такая ерунда. А сердце что, аритмия какая? Ну, там аритмия небольшая пока, но уже... Дает себе. У меня как вот, с отцом было, тоже уверовал он, крещеный был, и после этого были у него падения.
Конечно, очень тяжело, все это горько было. Но он, с ним была тогда сестра, я в Потеряевке, а отец у меня жил в Завьяловском районе, в Гилевке. И он как-то так сказал, что вот я не хотел пить, я не пил. То есть, а как бы вроде Христос, Оля говорит, ты почему такие слова говоришь? Ведь Христос тебя спасал от этого, только Господь. Вот я, он себе это присвоил. И мы с Ольгой так вот поговорили, и думаем, что возгордился он, и Господь его просто попустил падение. То есть вот я к чему все говорю, брат, чтобы как-то не было тебе огорчения в обиду, что надо исследовать, где, в чем причина. Обид у меня никаких нет ни на кого. Вот. Просто. И искоренять надо причину. Здесь очень решительно. Будет этот след тянуться, и у верующих это бывает. Возможно, что откололся сильно от церкви. Вот с этими огородами, действительно, это обалдел уже. Это... И там на заводе вплотную, и ну, как-то захотелось, короче, расслабиться маленько. Расслабился где-то еще, какого, 9 мая собрались мы на этот, ну, там, с родителями, с братом, с этим, ну, Светом, ну, как сказать, фронтовики все это были, эти отцы. Потом я выпил сухого вина, не знаю, как повлияло это, потом сухого. Ну, мы разошлись, все нормально. А потом, то где-то жара, пивка там маленько, туда-сюда, ну и покатилось в обратную сторону. Так-то все, Игнатий Тихонович, там он прав, что даже смотреть нельзя, кто в сторону тебе. И тогда я обещал, что это все, что это брошу, буду нормально ехать. Но я долго действительно... Я... Ну да, после похорон матери, это ты обещал, ты сколько, в каком году мы похоронили-то я? Да, 74-й, каком 74-м? Года два, то, наверное, не пил, да? В 94-м нет, я больше и больше, я около 4 лет, наверное, не пил. Тогда. Ну, в каком вы, не помните, в 12-м мы хоронили город. Сейчас 2016 год. Так, это было, значит, 12-й. Я тут тоже не помню. 13-й. Сейчас посмотрим. Посчитать проще, это сколько мама у тебя прожила лет, ты знаешь? С какого она года? 96. 96 лет. С какого года она у тебя рождения? 17-го. 1917? Да. 17? Отец 15-го был. 17? Да, получается, 2013 году.
Я 16, 3 года. Ну да. Не пью. Сорвался. Первый грабли. Ну, все точнее. Душа. Встреча с Господом, мы были годы. Ты дамишь. Да, ну средства по посту молитва. Сейчас-то, Миш, огороды, это все кончится, слава Богу. А? Я там не был уже месяц, полтора. Не знаю, там, что там Галя делала, я не знаю. Да, все огороды, уже снег лег. Она меня отругала по всем статьям. Я не могу найти, что-то. Да все уже посчитали, 13. Да как, так, не важно. Все, важно. Садись, Миш. Ладно, я не буду сейчас искать, потому что еще и ручонки трясутся. Ты сколько дней не пьешь? Три дня. Смерти. Восемнадцатого января 2014 года. Закончил заводскую. Все, на пенсию тебя проводили? Подал заявление на присвоение звания ветерана труда, но там не слышно, когда это все будет дело. Ну, обычно дают вот такие грамоты, обычно кто выжимается. На пенсию, видно, выходит. Ну и от Ленинского района вот такое дали. Это на присвоение ветерана труда. Завод прецизвездных изделий. Это где Дмухин отец работает? А? Где Дмухин отец работает? Ну, я не знаю, ну, он АЗПИ на Палском тракту. Ну, сейчас, не знаю, там, как мне этот номер пройдет, может, буду работать, может, не буду работать. Космонавтов. Рядом с Гитлером Марки, там Алтай. А я думаю, на Павловском как-то. Нет, я договорился на него. На Павловском отец работал когда-то раньше. Ты по высшему разряду, да, студент? По высшему разряду? Ну, шестой разряд же выше. По высшему, конечно, я прихожу. Вот так вот. Прикол, короче. Да
Да не приплыл еще, ты что, крест на себя не ставь. Нет, ну, имеет. Нет, дело в том, что, видишь, это неудобно, что тогда я пообещал тоже, и Сергей снимал, что я все пообещал, вот там, перед Игнатием Тихоновичем все это, прекратить все это дело. Вот через столько лет опять слетел. Ну, человеку свойственна слабость. Не стыдно оступиться. Свойственно. Подниматься-то собираешься? Конечно. Поддерживать. Мне сейчас, видишь, надо еще там вот эти таблетки добить, чтобы сказали, чтобы я из дома 3 дня не выходил. Потому что меня штормит еще, оказалось, всего. У меня сейчас вот 2 дня, вот аппетит появился, сейчас я поел, сейчас вот поел хорошо. Сегодня приходил с работы, приходил, там это, бригадир он принес там и голубцов, там еще что-то. Там. А что, когда в запое ничего не ешь? Когда в запое человек ничего не ест? Ну, не ешь. Когда выпьешь, поешь, а когда... Выходишь из этого. Когда выходишь, у кого он охота есть еще? Не представляю, как это. Мне один давно, помню, еще товарищ рассказывал, молодой тоже. Тоже у него такая беда была. Он говорит, когда лежишь в запое, ничего не помнишь, а потом выходишь, говорит, какой тут страх, всего боишься. Есть такое, да? Даже через дорогу, говорит, страшно переходить. Лежит вот так вот, скрючившись. Потому что тебя штормит во все стороны. А с перекой, если так там еще страшнее, может и мерещится что-то еще. Да, ну, да, да. Да, он говорит, там ужасы такие охватывают. Меня сейчас отпустило маленько, это все дело. Сейчас это отойдет, если там еще мы. 2 таблетки, там еще это, и спать потом. Таблетки это именно от запоя, да? Ну, они типа успокоительное снотворное, что-то такое там. Чтобы успокоилась голова сама, чтобы эти страхи все вот эти вот разошлись. И вставят вот эту капельницу, вон вставили, и все это. А одному-то не тоскливо, когда выходишь из такого состояния? Ну, одному-то не тоскливо? Там не просто тоскливо, там дико просто было. Потому что я тут сейчас тоже один живу. Когда никого нету, понимаешь, тут... Ну, тут как-то тот брат тут зашел, это самое. Леня зашел, мой мастер, вот мастера мастер привез этого и с капельницей. Тоже начальник цеха с мастером приехали вместе. Конечно, дико. И страшно дико. Ну, коллеги по цеху-то как они? Так что лучше всего не браться за это дело, если особенно один живешь. Иначе там упадет один в кустах и все это. Ну, вот упасть-то и без этого дела может, мало ли что случится там. Я тоже сейчас один в деревне, так хорошо, мне наоборот, тихо, благодарит, вечером вышел, звезды. Нет, главное, что если ты в добром здравии, то это все нормально будет. Это хорошо, что тут табун кошек, одну погладил, другую. А ты говоришь, Галина тебя отругала. Какая, за что? Ну, Кубайкина. А за что отругала? Ну, за то, что бездельничаю, она там пашет в 2 садах. А я пьянствую, да? Нет, пьянствую.
Ты крышу-то под... Ей же крышу крыл, хотя не было, ты же крышу крыл себе. И закончил? А? Закончил? Да. Ну, крышу это на хозблоке я там делал. Там баня, сарайка, туалет. А второй сад чей? Тоже ее? Ну, и тоже ее. Но ее мы его продать не можем никак. И помог тогда купить его за 50 тысяч. Там вроде недалеко от этого, от электрички. А продать не смогли, даже за дешевую цену. Там как-то упадок сейчас, кстати, на сады. А покупали для чего второй-то? Чтобы, да, тот на километр дальше, этот километр ближе. Это если считать от этого, от электрички, это 2 километра до дальнего сада. Uh-huh. А все-таки возраст уходит, uh-huh. тяжелее становится, решили взять здесь. А вот. Тот продать, который дальше? Тот сам по себе, он по суше, летний, хороший такой садик. А этот, ну что, этот на низинке там. Ну, я-то сильно не разбираюсь в строительстве. Ну, пойдет там, потопал. А там оказался где-то пол прогнивший, там, и все такое прочее. Ну, и, короче, там, ну, получилось такое. Скандал, ну, давай, я говорю, назад тогда. А мы уже много перевезли сюда. Это, ну, давай теперь назад туда. Вот. Назад туда. Там и деревья сюда переносили, даже оттуда уехали, там и все. Ну тут низина. Внизу стоит вода. Которая ближе, да, которую последний купили, да, за 50 тысяч. Да, фундамент невысокий. Фундамент невысокий. Это вот такой фундамент еще всего. Вот. Там надо фундамент, наверное, вот такой вот, чтобы хорошая вентиляция пробивалась во всех сторонах. Ну, так получилось. Ну, сам я по глупости там тогда что. Ну, были деньги, ну давай купим все и. Ну давай, все. Договорились. Все. А сейчас не туда и не сюда. Пролетели, одним словом, получилось. Пролетели. Мы восстановили опять тот же участок старый. Целое лето вот восстанавливали. Да я почему так дергался, это самое. Это раз на службу, раз туда, раз на службу, раз туда. Мне это никак не получается. Ни машины, ничего нет. Ну вот так вот. Ну сейчас вот. Чем он там занимается, не знаю. Вчера там наругала меня вечером, не помню чем. Ну я что сделал. Ну что, выздоравливай. Ждем тебя. Мне надо еще это. И печку не прочистил, хотел и печку прочистить. Где? В храме? Ну, да, в храме. Там вроде. А там видно эти кирпичи-то где-нибудь? А? Кирпичи там видно, где прочищать там? Да. Вроде сегодня кто-то. В прошлый выходной разговор заходил за это, что надо прочистить. Ну, там надо, а кто там, чистит, никто. Там говорит. Чистить надо осторожно очень. Там лежат эти перемычки всякие. Печка уже не новая там. Обычно я все время чистил ее. Uh-huh. Да. Сегодня-то там сильно холодно было. Ну я подтопил. Я топится еще печка. Топится, да. Ну, сейчас пока можно еще там это шуровать, там потопить-то можно. У нас одно поучение сегодня было. Святого Иоанна Кронштадтского, брат Севастьян читал «Отвергни себя». И он там, Иоанн Кронштадтский, на основании Писания говорит, что всего низменного пороков
То есть стремиться в вечность, отвергнуться своего «я», которое мешает идти на небо. Вся жизнь наша – это как мимолетное видение. И ради того, чтобы встретиться со Христом, стоит от всего этого отречься. А дьявол цепляет нас, цепляет. Есть вот икона, где изображается, как большинство падает в ад, демоны тянут. Видел, да, это? Братья видели? Это в лагере есть. И всего лишь там один, наверное, в светлых одеждах. И надо страх Божий иметь. В этом все. Страх Божий. Он находит лазейки, там что-то не так, ты один там. Вот как раз я читал вот в Златоустах, да, в толковании блаженный Феофилак говорит, когда Христос был в пустыне один, тогда и дьявол ополчается. И толкование такое, помните, что? Да-да. Когда человек один, особенно дьявол и ополчается. Конечно же, тут Игнат Тихонович, он правильно все говорит, никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, чтобы отрезать это, доступы все дьяволу отрезать. Даже вина, даже почему? Потому что знаешь, что зацепит. Мы с отцом сколько беседовали на эту тему, и Господь его рак посылает ему такое испытание. И все, и тогда он уже не стал ничего, ни грамма нигде. А то тоже вот 9 там мая и все такое. Маму в больницу положили, а он на 9 как начал неделю. А с 35-го года-то кого уже 80 было. И вот там как осложнения такие, там тоже и капельницы, и все такое. Ну, до полусмерти. Сестра его, дочь Ольги, останавливает. А что ты, говорит, я же столкну выйду. Ну, то есть, демоны, они непрестанно. Мы-то помолились. Да как еще помолились? О чем-то думаешь там на молитве и все. А он непрестанно точит тебя. И ночью. Тут страх Божий нужен. И плакать надо. Плакать, молиться, каяться, чтобы это навсегда это искоренить. Старые друзья, старые там связи, все это будет цепляться. Там где-то немножко на 9 или еще на какой-то. Дьявол он найдет. На рыбалочке чуть. Да ладно, что-то расслабиться. Страх Божий, он будет удерживать. А вот потеря страха Божия, все. А ты бы выпивал-то с кем? Ну, в основном один, да, ну, брат там мало помог. А, Лёня. Брат-то неверующий, да? Я к нему пришел. Он крещеный, но он неверующий. Понятно. Лёня пришел, бригадир, тоже с бутылкой. Хороший, с какой-то там с фирменной. Тоже посидели, выпили. Ну вот и старые друзья. То все. Тянут, понятно. В общем, вот так. Да. Ну, идем. Буду приносить покаяние. Давай, брат, вставай. Жизнь такая коротенькая, нам просто не успеешь моргнуть, можешь по на той стороне быть. 19 июля я папу похоронил. А 15 июля у меня дочь родилась во Франции. Вот как Бог сделал. Он еще увидел по скайпу. Ну и он ушел, как христианин, не роптал. Вот это радостно, что он по-христиански. Кончина христианская была жизнь. Или как живота по-славянски. Такому славянски. Мама как христианка ушла. Так вот, все так вот анализируешь, как Бог делает. У отца такие были запои, там страшно. Мог замерзнуть, я не знаю, сколько раз. Я выхожу, там коридорчик. Ну, кто был, вот Володя был, помнишь. И запинаюсь, а света я не включил, я даже не думал, а он лежит, пап, это ты, стонет, минус 30 на улице, а там не отапливается эта прихожка. Кто-то его приволок, бросили, он даже не дополз до двери. Вот как было-то, сатана как его мучил, а все тоже какие-то причины там, то другое, ну, мужиков, что, всегда найдется.
Причина одна, что страха Божия нет и веры. Ну, когда вот он уверовал, и сатана стал цепляться. Почему? Потому что не бодрствовал. У телевизора долго сидел там, все говорили, пап, ну ты больше он молись, псалтырь читай, да читай больше. А я прочитал все 38 томов. Ну и что, а что осталось-то? Еще заново читаю, это как, ну слово Божие живо и действенно. Что прочитал и все? Нет, конечно. Потому что там, в этих книгах Ина Тихоновича, там слово Божие, сколько ссылок. Поэтому мы с Олей говорили, читай с первого тома, дальше продолжай. 38 томов. Любил читать, но у телевизора долго сидел. С ним все беседовали, но не роптал. А рак, он начал распространяться. Вот Господь как сделал, чтобы человека обуздать. Ну вот я так понимаю. Я думаю, вы тоже согласитесь. И последний год у него угасание, и все. И уже за этой зельем шайхана, или как его называют мусульман? Кровь шайтана. Кровь шайтана, да. Уже не тянулся. Все. Но у нас может быть по-другому, мы не знаем как. Все мгновенно обрывается. В чем застану, в том и буду судить. Да. И как это все будет? Не мы знаешь. Так, люди живем, думаем, вот завтра я встану, да может и не встану. Завтра я поеду, может и не поедешь. А может поедешь, да не приедешь. Вот, завтра врачей вызову. И вот он, папа сидел в кресле, Оля, вызывай. Он даже не договорил, душа вышла. Все, она мне позвонила. Я говорю, ну проверь пульс еще. Все, ну как христианин умер, вот это радостно. Я там немножко слово сказал, что момент потери ближнего всегда печален, но и радость, что родители у меня, ну там перед односельчанами, когда за столом сидели, ушли как христиане. Я говорю, желаю всем, чтобы так ушли. И вам желаю, чтобы вы во Христа уверовали, что Он, собственно, мой Спаситель, Искупитель. Ну так вот кратенько сказал. Вот эти вот моменты, они как бы объединились. И радость, и печаль. Радость, что он на небо шел. Ну, Бог знает, как там. Но на 40-й день я это как бы, у меня не видение, ничего, как бы внутренний такой голос. Может, мое желание просто было. И голос его, видите, я спасен на 40-й день почему-то. Вот. Я ж не буду, как там бабушка Серафима говорит, что там видела что-то, я ничего не видел. Просто желание такое. И вот как Господь вырвал его из этой ямы. Но у нас может этого у тебя не быть. С этим нельзя играть. Это со смертью играть. Все так реально, все так близко. Ну, из ада, как там называется? Сбежавший из ада. Все, говорит, так реально. Все. Это даже наш мир, он какой-то иллюзия. А там все настолько реально. Этот ад, этот рай. И все мы можем мгновенно оказаться. Не зря древние говорили. Момента моря. Помни о смерти. Постоянно помню. Помни о конце своем и вовек не согрешишь, премудрый Сирак говорит. Конечно, но слабинку да, что в другом, третьем. Вот сколько с Ина Тихоновичем жил я, вот и брат тоже. Встаешь рано, молишься, трудишься, никакая зараза греховная не пристает. Как начнешь себе поблажки, вот женился там, ну сейчас вот супруги там нет, да. Тоже себе что-нибудь какой-нибудь там пожалешь, и все начинает грех приставать. Ну, я как бы в единственном числе там одно. А вот 4.40 держишь всегда, в 4.40 молись, трудись, и никакая гадость не пристает. Потому что труд и молитва. Еще очень важно общение с друг другом. То есть и общение с другом. Не просто на выходные, а именно среди недели, чтобы общее дело вот какое-то было. Как бы, извини, собутыльниками, а общение с братьями. А тебе Коля Польгоев звонил? Насчет пивы? Да. Звонил. Он рассказывал. Страх Божий, в этом все. Верующий только страхом Божиим будет. А что он о чем удерживаться? Ну, когда он лежал под скамейкой, да и все. А, ну моя пила, в общем, ну, уже привезли. Она на моей пиле, да? А бензопиле?
Да, да. Все, слава Богу. У тебя еще тогда возможность-то была, вот, мы знать не знаем, нету, нету, но трудишься, трудишься. Ты уже с 9 мая у тебя это дело. Общение с такими, которые на это ведут, все прекратить или уменьшить минимум. Иного пути нет. У меня тоже, когда было обращение, подходили ко мне одногруппники, ну, может, там мы будем, ну, у нас любимое занятие, там, рок играть было на гитарах. Я говорю, я уверовал, я наоборот его на занятия приглашаю, ему материалы даю. То есть ничего у меня этого общего нет. Какой рок? Мне на рога свои греховные сбивать, какой еще рок может быть? То есть все, я с ними раз и отрезал. А они могли меня, музыка, там где музыка пьянство, там где пьянство женщины, девушки, ну студенты, они что только не делают. Ездили по трамваям, прости Господи, что вот вспоминаю, играли песни и ночами с гитарой шарились по городу, как Господь сохранил, кого только не встречали. Пели. А что пели-то? Ну, какие песни? Мирские пели, не Бога славили. Вот надо ограничить этот круг общения, брат. Это только так. Иначе они тебя будут тянуть, тянуть, находить вот эту слабинку. У меня круга-то общения никакого и нету совсем. Ну, ты говоришь, брат. Ну, брат, это брат, брат, брат. Он там, говоришь, начальник цеха. Нет, начальник цеха приехал ко мне, когда я заболел. Ну, я понял. Он же не пить ко мне приехал. Начальник цеха. Вытягивает тебя из бутылки, да? Да, из бутылки у меня вытаскивает. Потому что я уже завалился пластом, и все. Может так быть, что вот запой и все. И все. И все, не проснешься. И даже не знаешь, где чего. И запросто, просто сердце пока удерживало, вот и все. Сейчас только пост, молитву наложить. Такое, чтобы ты, как говорится, плакал, сколько выпил хотя бы последний раз. Хотя бы так. Тогда эта вся дурь будет, она выходить. Я столько не выпил. Ну, я уж так говорю. Нового пути нет, пост и молитва. Покаяние. Все это правильно. Пост и молитва, это я и так знал давно. Все. Да, это, конечно, знаем мы, но опять снова пал, вставай, потом. Не отчаивайся, здесь будешь отчаиваться. Я не отчаиваюсь, сейчас пройдет вот это состояние, завтра раскачаюсь и на работу. Ну, должно, видишь, редко надо как-то немного поспать. Чтобы во сне расходилось вот это вот, всякие страхи, там все это потихоньку рассасывалось у тебя. Иначе одному я один раз только выходил, вот один раз тогда, это было когда-то в Потеряевке. Это вообще там в ужасе было. Что попало, что. Ну, дождина льет на улице. Дождина льет на улице, я тут в келье лежу. Вот дождина. Выйду на улицу, там тишина. Опять что-то такое начинается, это страшное дело совсем. Ну, Златоуст говорит. Добровольное беснование пьяницы. То говорят, болезнь там и все. Это уже такие мирские категории. Добровольное беснование. Человеку это не надо, а уже сатана его мучает. Все, давай, давай. Зачем это? Понятно, не зачем. То есть довести до ада душу. Да, добровольное беснование. Да. Где-то действительно человек слабинку делает и все. А дальше воля уже теряется и как уже становится зомбированный и все, и пьет, и пьет, и пьет. Да, не приведи Господи, еще испытать когда-нибудь.
Ну, если ничего конечно, нет, давайте помолимся. Конечно, Игнатий Тихонович говорит, это тебе и через 5, и через 10 лет вернется, и через 20 лет вернется, это все. Ну, я не думаю, что это самое. Нельзя чем-то противостоять. Не думаю. Молитвой и твердой верой, что ты сможешь это получить, освобождение от этого греха. Да. Я на собственном примере убедился. У меня есть тайные грехи какие-то были. Я об этом всегда молился и томился этим, тоже уже будучи верующим. И Господь дал свободу. То есть Он дает, Господь. Но Он не сразу дает. То есть он, там борьба да, то есть до смерти. Господь просто показывает, насколько человек немощен, и без Христа он ничего не сможет сделать. Ну, вот такие моменты бывают. А да. Еще общение. Когда, общение еще когда ты другу доверяешь этот грех и попросишь его искренне помолись. То есть быть открытым тогда более. Тогда ты уже как бы ответственный не только сам перед собой, но и перед товарищем, который за тебя молится. Признавайтесь в проступках друг при другом. Да. Яков 5.16 говорит. То есть, очень... Тебе нужно было просто, видишь, пишешь, у тебя круга общения нет. Ну как, а община, ты член общины. Это надо чаще сюда домой приглашать. То есть все в работе, вот это семя, как говорится, которое упало в тернии, оно постоянно глушится и глушится, Слово Божие. Конечно, там будет дело уже царствовать. Надо было сказать, вот такая беда. Молиться как-то там бы, может быть, работали бы вместе, там, ну, нашли бы варианты, чтобы... Да, нужно еще... Одному тяжело, да. Надо с братьями, с тем, кто помощи просить. А когда человек помощи не просит, это гордыня. Я сам справлюсь, не справишься ты сам. Да. Даже безбожник Маяковский писал, плохо человеку, когда он один, горе одному, один не воин. Ну, брат, на, немножко сложу. Я вот тоже замечаю, мы, считай, живем с Игнатием Ильичем, я сейчас, брат Никита, вот, брат сейчас с братом вот, Виктором. Когда вместе какие-то работы все делаешь, вот в Потеряевке мы делали, здесь общие дела тоже часто все с Игнатием Ильичем живешь, дьявол тебе не прикасается. Ну, там бывает, конечно, там где-то на один останешься, там начинают мысли всякие навелить, вот, но это все проходит. Плюс я был, когда на Урале там уверовал тоже с братьями, в одной бригаде работал. То есть мне это тоже помогало, как говорится, становиться как христианину. Молитва, труд, постоянное общение. Общение в чем заключается? Благовестие вместе обязательно. То есть они приглашали меня к себе в гости, я их к себе в гости приглашал. То есть из этого я понимал, что если я сам не буду друзей себе во Христе искать, ко мне могут люди сами не пойти. Потому что видишь, что ну, раз я замкнутый, я вижу, отторжение человека идет, то есть он ко мне не располагается. А я хочу, чтобы у меня были друзья во Христе, я стараюсь как-то их приблизить к себе. Это лишний раз где-то помочь, где-то поговорить. Особенно дело у нас общее, которое с братьями объединяет, это благовестие. Когда человек благовествует, через него проходит благодать Божия, которая ему не дает сатане прикасаться к нему. Сатана не имеет власти, потому что ты говоришь Слово Божие. И все, и сатана уже, как говорится, тебе за километр не подойдет, да, пока ты здесь свидетельствуешь. Бога на особом счету, да. Да, то есть Господь дает и хранит. Да, конечно. То есть активно участвовать в деле общественного, ну, в общем. Тогда вот это общение, труд общий, это подвигает тому, что растешь духовно. А нет роста духовного, тогда падение, тут третьего не дано. Я вот еще что заметил, брат Михаил, что я думал, когда мама у тебя умрет, ну вот тогда мама у тебя была больная, я думаю, ладно, что забота о ней тут все. Вот когда мама умерла, я думал, ты больше как-то будешь, ну вообще может, там чаще в Потеряевку приезжать, как-то вот так из этого круга вырываться. Потому что я вижу, что когда одиночество, оно губит человека. Вот где и Павел-то был у Игнатия Ильича, брат-то, ну как, он есть, вернее, сейчас Корчина живет. Он тоже, все, одиночка, одиночка, одиночка. Тоже тихоря пил, сейчас Никита там занимается домом-то. Сплошь и рядом завалы просто везде. Хотя видно, что он трудяга просто, трудился. А пьянство пошло уже чаще, то на крылечке, что там с поясницу простудил, он говорит.
То его потом из дома вроде просят выезжать, он запил. То есть вот такие все время у него отговорки. То есть одиночество, именно одиночество удаляет. Именно нужно живое общение с братьями и сестрами. Очень важно. Ни с отступниками, ни с кем не общаться. Четко предел себе поставить. Вот как брат рассказал об уверовании во Христа. Это первоначально. Я тоже сразу себе отрезал всех неверующих. Как отрезал? Просто им говорил Слово Божие. Бывают моменты, что человек, вот как Господь говорит, кто постыдится меня и моих слов в роде всем любым грешным, того я постыжусь во втором своем пришествии, когда Господь придет. То есть, и может где-то человек стыдится, и благодать отступает от человека. То есть человек постыдился Господа где-то засвидетельствовать, может, там, перед братьями, родственниками, перед друзьями, там, на работе где-то. И все, и благодать постепенно Господь отпускает тебе. Потому что Он, мы свободные личности. Ну, кажется, Господь нас в свободе дал нам такой дар, страшный этот дар свободы. Можем говорить, а можем молчать. То есть от нас все это зависит. И Господь говорит, не мерою даю Духа Святого. То есть насколько ты свое сердце открыл для Христа, для проповеди. Вот такие вот у меня мысли я высказал. Падение-то что у каждого из нас. На исповедь ходим, да? Ну, давай, брат. Ну, давайте помолимся. Отец наш Небесный, молим Тебя во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, помоги нам, падших подними. Ты знаешь, Господи, все наши немощи. Помоги, Господи, даруй самоотвержение, страха Твоего брату нашему Михаилу, веры, чтобы душа сия дошла до желаемой пристани. И нас помилуй милости Твоей ради. Сохрани, Господи, путешествующего протоиерея Иоакима, добрый ангел, хранитель, да сопутствует ему. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Благодарю, братья. Помоги, Господи. Буду изо всех сил. С Божьей помощью. Обязательно. Помоги, Господи. Да. Помощи, да. Всегда добавлять. Надо. Дарует Господь решимости. Решимости не хватает. Она в любом деле не хватает. Вот здесь может нужно быть, решимость. Как в прошлый раз тебе стоит пожить, Игнат Тихоновичем? Может, как в прошлый раз тебе с Игнатом Тихоновичем пожить? Может, нет, может? Сейчас не надо. Сейчас я выхожу на работу. Сейчас. Так ты на пенсию вышел, а с работы не уволили? Нет. Так у тебя здоровье-то в понедельник уже на работу? Ну вот сейчас я мне последние вот эти таблетки там допью, сейчас вот это идет, и все, мы тогда развеюсь все это дело. И пойду на работу первую смену, по крайней мере, так я планирую. Как Господь позволит, короче. А если что, пойду и к Игнатию Тихоновичу. Да даже, брат. Но я что-то не хочу. Даже, брат, Сергей, можно даже он к тебе может попросить, чтобы у тебя пожить одно время, нет? Да не надо ничего, успокойся, это уже прошло, это уже развеялось. Да за это Бог, что развеялось. Ты звони, не стесняйся, беда. Сегодня постирался, помылся. Не помылся еще. Только помылся надо. У меня тоже такие хлопоты и стирки.
пока они... Сейчас у тебя котов-то нету никого? М? Котов-то нету у тебя сейчас? Вот, вот он у меня живет. А где он у тебя? Ну как где? Спрятался. Не вышел, спрятался? Принесут. А вот он, красавчик. Вот он спрячется сейчас. Как его кличут? Лев. Лев? Ничего не бросает. Муркет. А? Вот муркет. Вот таких трусливых котов не видел. Прям такой весь шерстяной. Это от него-то белые, да? Да, белые. Династия белых. Династия, ну. Вот он ее, это... Лево. Вот у него страх. Нам бы такой страх. Его боится, дай бы Бога бояться, как он всего боится. Да, вот тебе и притча, так, да? Может, попить хотели что-нибудь? Ну, да нет, спасибо, что... Так, я вышел. Жара кончилась. С Богом. Давай, Миша. Молимся, помним, молитесь, молимся. Да. Молитесь. Помоги, Господи. Спаси, Христос. И ты учти, это не болезнь, это добровольное беснование, пьянство это. Давай, завязывай с этим делом. Уже завязал. Слава Богу. Ну все, с Богом.